Два человека погибли от отравления угарным газом в результате сильного пожара в столице. Жертвами стали 73-летний мужчина и 54-летняя женщина. По данным ГИЧС, возгорание произошло в квартире площадью 50 квадратных метров в секторе Буюкань. На место происшествия прибыли 4 пожарных расчета. Спасателям удалось эвакуировать 74-летнюю пенсионерку. Она была в сознании. Пострадавшая госпитализирована. Причины трагедии пока неизвестны. Специалистам предстоит установить все обстоятельства пожара.